Вам без меня, поверьте, будет скучно. Закисните, старообрядческие врязки. Никто вас обличить не будет, мучить. Легко в беспечности засохнуть и захряснуть. Жизнь не стоит на месте, вдруг подкинет вопросов немудреных и премудрых. У нас нет Библии, а кондаки прокимны, не высветят, где интерес был шкурный. Как прежде руки к вам не протяну, не заложу ответ, как ногу в стремя. А ныне дай звонок в мою страну, мне за ответ не начисляли премий. Мой белый лист на кромке у стола, у телефона сутками дежурит. На рассмотрение несут свои дела, в них крохи мудрости и горы дури. Кому я более всего надоедал? Епископам, священникам, монахам. Я с вами в книгах не удалился вдаль. Раскройте без предвзятости и страха. Настройтесь на посмертную волну. Что вы оставите? За что не будет стыдно? За что не проклянет вас ваш же внук и не потащит на эшафот на дыбу? Воспользуйтесь же мной, пока я жив. Храмина разрушается так быстро. У вас коттеджи, джипы, гаражи, но катастрофа рядом, словно выстрел. О, ваша честь, бесчестный судей клан, под благочиние с епископом все косят. Кто обличит церковных бедлам и вас желает оживить их кости? За сотни лет весенние ветра впервые потревожили болото. Меня теряете, не ощутив утрат, я рад о володушах и о плоти. 31 марта 2006 года.